Ну что, обзор нового дома. Это у нас уже третий дом за 3 месяца, третий дом, который мы переехали. И что получается, у нас каждый дом все лучше, лучше и лучше. И вот у нас такой прекрасный дом, новый дом, построен недавно, совершенно все апгрейднуто. И мы здесь одни. Мы здесь одни, у нас есть весь первый этаж, на втором даже никого нет, у нас первый этаж весь, и крыша у нас, первый этаж и крыша. Вот такой прекрасный дом, арендуем мы его за первый этаж за 30 тысяч, 30 тысяч рупий, это получается 1000 рупий в день. Ну вот такой прекрасный дом. Здесь по дороге буквально, по дороге у нас там 200 метров, и мы находимся возле Паунда, Темпл Джанкшн. Это храм Вишну, то есть отсюда до храма Вишну 200 метров. Обзор, посмотрим, что здесь природа какая, тихо, спокойно. Но в следующий раз залезу, когда поднимусь на этаж, сейчас закрыто еще, мы сможем там посмотреть всю окружность, что здесь, кто живет, как живет. Ну вот такой прекрасный дом у нас. И заходим вовнутрь. Заходим вовнутрь. Та-дам! Эй! Элисиум, не знаю, что означает. Но вот такой у нас такая прихожая, такая гостиная комната, я так понимаю, да, гостиная комната. Вот, посмотрим, что здесь есть. У нас интернет. Мы только заехали, вот еще ничего у нас тут. Только сделали уборочку люди. И вот выглядит гостиная. Здесь на первом этаже 3 комнаты. 3 комнаты. Мы занимаем 2 комнаты. 2 комнаты и одна вот пока пустая комната. Ну, здесь на этаже никого не будет, потому что только мы. Вот у нас 2 комнаты. Одна и вторая наши комнаты. Так. И зайдем в комнату. Так, здесь у нас будет огонь гореть. Это замечательно. Так, тут вот так выглядит комната. Шикарные кровати, матрасы. Ну, в общем, все суперово. По сравнению с тем, что у нас было, это просто люкс, супер люкс, правда. Ну, как все познается в сравнении, да? Все познается в сравнении. Супер люкс апартмент. Вот я так скажу. Кондиционера нет. Нет кондиционера, но фена будет достаточно. И сейчас говорю, тем более это первый этаж, вернее, ground floor. Первый этаж это здесь. Здесь английская система в Индии. Поэтому первый этаж это второй этаж по нашей теме. По нашей системе. Вылет. Вид на улицу. Джунгли. Банановые деревья. Так. Прекрасный вид. Кокосы, бананы. То есть, что нравится, что здесь очень тихо. Очень тихо. Что-то место, где мы только что были, там. Во-первых, у нас был второй этаж, ну, тоже хорошо, второй этаж, но там много собак. Много собак и жарко. Собаки вот всю ночь воют, поют, поют, просто поют, на самом деле не воют, а поют. Так, и здесь что у нас? Ванная, ванная. Что здесь есть в ванной? Ванная есть, вот она, нагреватель воды горячий, душ. Ну, типичный санузел для европейцев, называется европейский санузел. Тоже такая последняя форма модели, так вижу. Ну, и обычно ведро для мытья и для стирки. Вот, в принципе, обычная ванна, ничего такого особенного здесь нет. Да? Привет, Ярослав. Интересно, сейчас снимать зеркало. Ну, вот, пожалуй. Пожалуй, так. Вот, пожалуй. Пожалуй, такая. Сейчас будем стелиться. Та-да-дам. Застеляться, заносить те вещи. И welcome.
Welcome, guys. Ну что, а, kitchen еще. Kitchen, да, да, прекрасная кухня. Замечательная кухня. Мы заходим на кухню. Так, тут умывальник перед кухней. Цветочки, как у нас в деревне. Тюльпанчики. Так, и вот она, кухня наша. Так, вытяжка даже есть. Да? Кухня. Помыли, убрали, все хорошо. Так, посуда есть. Что-то посмотрим, что тут есть. Тарелочки есть. Так, есть тарелки. Так, есть кружки. Все надо перемыть, естественно. Это. Все надо перемыть. И здесь у нас kitchen pans. То есть кастрюльки. Кастрюльки, сковородки. Окей, отлично. Ну, как всегда, гранитный, что мне нравится, гранитный, полностью гранитная поверхность, шикарная. Это полный натуральный камень, гранитная поверхность. Упс, хорошо. И опять же прекрасный вид зелени у нас. Вокруг у нас зелено. А вокруг у нас зелено, и это шикарно. Птички поют. Замечательно. Так, есть у нас ложечки. Ну все, и холодильничек у нас есть. Ну, да, необходимое средство, необходимая вещь в Индии. И тут, что интересно, по новому стилю, еще одна кухня. Здесь вот это одна кухня. Это одна кухня. И здесь еще одна кухня. Это выход во двор. И еще одна кухня. Вот, газ. А там газа нет. А, там газа нет. Вот, я ждал. А, здесь, значит, газ, мойка, газ, и вот даже есть такая, первый раз вижу, очень клевая штука. А, смотрите, что здесь интересно есть. А, у нас есть такая natural stove, то есть здесь дровишки можно, дрова прямо, ну, дрова, и здесь что-то ставишь на огне, на живом огне что-то ты готовишь. Возможно, это для божеств, не знаю. Но это очень уникальная и классная штука, очень классная штука. То есть вот открытая кухня, здесь газ, если что, газ открывается. Кстати, да, вот газ да, закрывается, вверху открывается. Еще важная штука. А, это у нас зажигалочка. Окей. И, а вот это вот интересная штучка, друзья. Разделочная доска, вижу, так. Отлично. А это вот такая... каменная, смотрите, колба такая, я так понимаю, это что-то, это специи здесь, это труд специй, что-то такое вот, специи натирают, по-моему, что надо узнать, что они тут можно, может даже мерят зерна, натуральные зерна, мерят и получается как бы натуральная мука, возможно так, надо узнать, но вот эта штука у них очень популярная, да, вот это натуральный камень, и каток такой вот, все с камня. Большой камень. И вот такая штучка катать. И вот прекрасная кухня, вот такая, как мы видим, да? Вот, газ открыто прямо здесь на улице. Прекрасная, это очень здорово. Так, водичка все есть, тряпочки есть. Замечательно. Окей, очень здорово. Ну, это выход на улицу. Там вот здесь сжигается мусор, здесь в Индии все сжигается, никуда никто не вывозит. Ты просто сжигаешь мусор в своем котле, вот таком сборочном. Туда мы посмотрим дальше, что там еще у нас есть. Выход с улицы. Ну вот, друзья, пожалуй, так. Вот так вот обзор. Обзор дома, нашего нового дома. Прекрасный вид такой. Замечательно. Эй! Всем любви и радости, друзья, живите в благости, наслаждайтесь жизнью, и вместе с вами будем наслаждаться мы. С вами Ярослав Мутро-Воронцов, Академия семейных отношений Веда-Дум и тренинговый центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. А вообще-то мы сейчас путешествуем по, в данном случае мы еще в Индии, пока не закончится карантин. И это запись для вас, обзор, попросили показать запись дома. Вот это третий дом за... третий месяц у нас, не третий месяц в Индии, приехали сюда в феврале, в начале февраля, и вот сегодня у нас уже середина апреля, карантин продолжается, паспи, и мы поменяли уже третий дом. Каждый раз все лучше и лучше и лучше.
Друзья, радуйтесь жизни, наполняйтесь, наслаждайтесь, и вместе с вами будет осознаться все, кто находится с вами. Делитесь, как вы путешествуете, как вы проводите это время. Друзья, если кто-то тоже кого-то застала, это чистка, застала, может быть, у вас где-то в другой стране, Таиланд, Бали, Шри-Ланка и так далее, где бы вы ни были, пишите, делитесь, как вы проходите это время изоляции и время медитации, я вот так бы называю, время чистки. Всем любви, радости, живите, благости. Намасте.